актеров театра и кино, заслуженный артист Республики Беларусь, председатель жюри короткометражного конкурса «Bridge of Arts», продюсер Ален Депардье и его прекрасная дочь Дельфина, актриса театра. Друзья, Ален Депардье, родной брат того самого знаменитого Депардье, очень успешный продюсер. Ну, на самом деле, Ален Депардье, ребят, похлопайте громче. Перед вами идет живой обладатель премии «Оскар». Получил «Оскар» за фильм «Пианино» режиссера Джейн Кэмпбелл. Владимир Олейников взорвал мозг всему Советскому Союзу, сняв приключения Петрова и Васечкина, которые вы, ваши... Даже аппаратуру не выдержал. Бонсар. И, разумеется, мы хотим отметить и Дельфину Депардье, ведь в программе фестиваля ее новая картина «Скользящая по воде».